На мероприятии, организованном Сенатом Али-Маджлиса, шла речь о сути и содержании постановления главы государства о мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах. В данном документе определены целевые показатели по различным направлениям, утверждены проекты и программы мероприятий, подлежащих выполнению. Кроме того, предоставляется ряд льгот и возможностей для создания условий по их последовательной реализации. Постановление президента о мерах по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах Верхней Палате Парламента совместно с руководителями ответственных министерств и ведомств поручено наладить систему ежемесячного выезда в города и районы Каракалпакстана. Цель – обеспечить эффективность работы в рамках соответствующей программы и улучшить условия жизни населения. Перед Комитетом Сената Али-Маджлиса по развитию региона Приоралия совместно с ЖКРГИ КНСом Республики Каракалпакстан поставлены задачи организации там своей деятельности, а также решения существующих проблем на месте с учетом специфики городов и районов. В связи с этим участники семинара высказали свои мнения и предложения. Отмечалось, в частности, необходимость осуществления парламентского контроля за реализацией мер по комплексному социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан до 2023 года, организация мероприятий, направленных на доведение сути и значения постановления до широкой общественности, формирование перечня нерешенных актуальных вопросов. Особого внимания звучало требует системная работа с семьями, включенными в железную, женскую и молодежную тетради, регулярный анализ имеющихся места проблем. Еще один важный аспект – расширение взаимодействия со СМИ и активными блогерами, а также открытое предоставление данных в процессе информирования широкой общественности о проводимой работе. Подчеркивалась целесообразность проведения выездных диалогов с гражданами, равно как и внесение проблем, нерешенных на уровне местных кенгяши, на обсуждение заседания ЖКРГИ КНС Республики Каракалпакстан. Речь шла и о представлении в Комитет по развитию региона Приоралья обобщенной информации о результатах изучения, проведенного как в отдельных районах, так и на всей территории, по соответствующим направлениям, а также предложений, направленных на повышение эффективности деятельности руководителей министерств, ведомств, банков и органов исполнительной власти, закрепленных за территориями.